Хей, всем привет! Да, вы удивлены, что это за собака такая? Но это, короче, новый формат такой видоса, тестовый. Плюс в этом видео будет новый гость. Прикиньте. В общем, да, это такой тестовый формат видео. Если вам понравится, то я буду продолжать также в виде этой собаки. Да, я знаю, возможно, этот формат не новый на YouTube. Но среди майнкрафтеров мы первые, кто это сделали, да. То есть я и мой товарищ, который появится в этом видео. Поэтому сразу ставьте лайк, и тогда сейчас мы начнем троллинг. И если я говорю, опять же, вам понравится, я буду в виде этой собаки всегда. Но она очень веселая, я надеюсь, вам понравится, друзья. Да, ставьте лайк, и видео начинается. Всем привет, дорогие друзья! Привет, ребят! Да, это значит новый участник проекта, ну, проект шоу, да, школьник. Ты как меня назвал? Слышишь, ты что? Да ладно, ты такой будешь веселый школьник. Я не школьник, я не школьник. Грифер, грифер! Неправда! Правда, правда! Не. Да, да, да. Давай, здоровайся, давай. Здоровайся, здоровайся. Ладно, пошли. Хочешь это, алмазы, алмазы нужны тебе? О, подожди, у тебя есть алмазы? Алмазы есть, да, серьезно. Хочешь алмазика? Да, давай. Ты, вот, короче, смотри, надо идти сюда, я тебе сейчас покажу алмазики и такие, знаешь, ловушечки. Ну, вернее, нет, не ловушечки. А, в смысле ловушечки? А я не хочу ловушечки. Да не-не-не, подожди, не ловушечки, там это... А как тебе сказать-то... Там домики с друзьями, тебе нужны друзья? Друзья нужны, конечно. Вот, да. Вот. Только я их загриферю потом. Что ты сказал? Ладно, нажимай на кнопку, там будет алмаз, тебе кину. Давай. Кидай. Где? Сейчас, подожди. Давай. Сейчас, я зайду. Блин, я не могу зайти. Вот. Давай. Так, вот туда, давай. О, давай, давай. Что это такое? А ты заходи, ты не думай, ты не рассуждай, просто сделай это и все. А, окей. Все, пока. О, подожди, а что это такое? Ну все, ты выбраться не сможешь. А, стоп, что? В смысле я не могу выбраться? Все, сейчас я тоже корешам покажу. Куда я попал вообще? Что это такое? Ну все, тут, короче, вот нельзя выбраться, мы в ловушке. Что это такое? Помогите! Ну вот такая вот первая ловушечка, друг. Блин, а ты меня достанешь отсюда, пожалуйста? Нет, все. Ну, пожалуйста, я не... Ладно, все, сейчас достану. Я, может быть, не буду тебя гриферить, можно? Окей, все, достаю. Слышишь, а что это за прикольчики такие у тебя? Ну, ты меня убил там, ты грифер, что ли? Да не, я не грифер, ты сам сказал, ты грифер. А, ну ладно, да, это правда. Это правда. Так, вот смотри, короче, хочешь золотишко хочешь? Да, хочу, ух ты, а... Вот, короче, смотри, беги, а там за поворотом еще больше золота, давай, беги. Точно? Да я тебе вообще точно говорю, я тебе точно. Турик, клево. Ух ты, прикольно. Что за фигня такая-то, блин? Чё? Блин, забавно. Да шо, нормально все. Зато я золото получил. Ах ты. Нет, так я золото получил. Грифер. Загриферил меня, что ли, получается? Смотри, я гриферю. Я гриферю по стройке. Так. Эй, не ломай. Слушай, подожди. Тебе нужны бабки, смотри, бабки, зелень. А что это? Серьезно? Откуда ты? Как ты сделал доллары в Майнкрафте? Доллары в Майнкрафте, они находятся вон за той дверью, забегай. Вот. Ого, а ну-ка. Да. Ого, а что это такое? До свидули. Что это за фигня такая? Красная водичка меня утопила. Злая красная водичка. О, подожди. Парниша. Долларов? А нужны еще больше долларов? Конечно, ну как говорится, много долларчиков-то не бывает. Да, давай, вот короче, смотри, вот иди туда. Там, короче, есть сундучок, ларец. Ага, ну давай. И там лук и стрела есть. Да. А потом пойдем дальше, там есть утка, заяц. В сундуке еще... сундук на дереве. Это сказка про Кощея. Тут еще, смотри, книжка есть. Если на нее нажать, тут подсказка должна быть какая-то. Типа, куда кликать, куда попадать. И какая там подсказка? Тут нет подсказки просто. А, ты меня обманул, тут нет подсказки. Есть, давай. Смотри, там ее нету. Ну-ка. Там нет подсказки, ты меня обманул. Давай, вот жми на эту кнопку и посмотришь, что произойдет. Ой, я упал, ух ты, классно, прикольно. Хорошо, и мне нужно стрелять из лука, да, это такой челлендж? Да, это челлендж.
Я задыхаюсь, я задыхаюсь. Бедолага, бедолага школьник, лайк, если вам жалко школьника. Ну, кстати, я думаю, что это лайк-то заслуживает. Да, да, да. У меня есть долларчики, понял? Ну, кто? Грифер какой, а? Ну, я зато богатый грифер, скажем так, то есть, как бы... Все, сейчас я тебя заберу и не будешь... О, ты забрал у меня доллар! Доллар. Дай. Ладно, короче, смотри, сейчас вот в этой штуке, давай, заходи туда, там будет еще больше алмазиков, давай. А, окей. Ух ты. Ух ты. Ай, я не смог зайти. Эй, что за прикольчики такие? Блин, ты спалил, ты что, умный, что ли, грифер? Здесь ты меня не подловишь, здесь ты меня не подловишь. О, о, ты меня подлови, по-моему, да? Ну, ладно, она такая полусломанная. Ну все, ну спасибо, все. Ну ты меня освободил, спасибо. А да. Долларчик дашь за это? Дал долларчик? Ладно, да, давай, вознаграждение давай. Вознаграждение нужно. Вознаграждение, окей. Ого, ого. Давай спускайся вот сюда. И здесь вон сундук. А там доллар еще больше, целый сундук долларов, ты хочешь? А ты не врешь, подожди. Не, подожди, ты не врешь? Ты просто меня 5 раз уже пытался убить. Мне кажется, ты грифер. Мне кажется, ты троллер. Нет, я не троллер. А ты снимаешь антигрифер шоу, нет? Не. Голос просто знакомый. Да? На кого он похож? Не, показалось, извини. Все, давай дальше. Давай, иди. Давай, ну-ка. Открывай сюда. О, эй! Все, пока! А там же доллары должны были быть. Зачем ты меня убил? А, ну ты мне просто дашь долларов же, я надеюсь, да? Да-да-да, конечно. После каждой ловушки вот тебе доллар как вознаграждение. Нормально. Еще ну, я уже могу мне так, знаешь, кидаться и так обмазываться. О, да, мои. Еще алмазики, золото, все. Оу, ее. Дэнс, дэнс. Я богатый. Вот, пошли сюда. Школьник, иди сюда. Короче, смотри, здесь есть... Эй, не школьник. А кто? Ну, блин, я... Ладно, молодой человек, молодой... Я старшак. Старшак? Че, первоклассника бьешь там? Мобилки отжимаешь? Да. Я в Майнкрафте и дома ломаю еще. И в реале тоже ломаю. Ну ладно. Ага. Давай. А не веришь мне? Не. Верю. А, ну все, я опасный, между прочим. Просто же ты. У меня еще лук есть. Я тебе могу вот так луком накостылять. Нифига, ты какой жесткий. Ой-ой-ой! А зачем ты так меня подловил? А я вообще не ловил, ты сам пошел туда, а я вообще не при делах. А, это какой-то баг, наверное, в Майнкрафте. Да, это баг. Ну-ка попробуй еще раз. Это по-любому баг. Вот смотри, сейчас я. Ну-ка, смотри, вот видишь, я прошел. Да. Ну давай иди. Там алмазы! Алмазы! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А как так поломалось? Я хотел алмазики получить. Ну ты же их получил? Ну ладно, хорошо. Ладно, давай, вот пошли. Короче, ладно. Вот здесь по-любому будут алмазы. Вон, смотри, даже отсюда видно. Иди сюда, смотри. Вон, видишь? Вон. Я вижу их. Давай, иди туда. Я вижу. Тут кирка. А, кирка. На. Давай я возьму кирку. Вот где у тебя покруче кирка алмазная. Ух ты, спасибо. Ух ты, это неплохо, скажем так. Неплохо. Мне туда идти? Да, иди. Ты не бойся, ты не думай, ты не рассуждай. Ой, что это тут такое, смотри. Нитки какие-то. Мне кажется, ты хотел меня сейчас как-то подставить. Но я просто соберу алмазы, и это не ты мне. Смотрите, друзья, какая ирония судьбы. Не затрули. Ты меня троллишь, это я тебя троллю, все. Да, блин, позор, все. Просто затроллен грифером. Да? Давай, пойдем дальше. Пипец. Пойдем, ну ладно, что там у тебя? Здесь, тут смотри, дом. Хочешь вот этот дом крутой? Только вот ты его не грифил. Ладно, подожди, пообещаешь, что не будешь грифить никого, ну, ладно? Ну, а ты пообещаешь, что мне дашь ведро лавы и зажигалку, и я, подумаю. Ну, ладно, окей, сейчас я тебе дам. А ты точно ничего не будешь делать? Не. Вот не, прям точно. Не. Ладно, не, вот тебе зажигалка. Ух ты, спасибо. О, классно. Это я просто, ну... Ты тренишься? Я просто, ну, давно не пользовался, как бы. Да. Ну ладно. Ладно, пошли, короче, иди сюда. А все, такое? Забегай сразу. А что это такое? Тут... Ах ты подлец! Ах ты подлец! Ой, ты что мне сделал? Ты что скинул меня? Все, вот я за подлеца наказан. Все, наказан. Зато у меня есть ведро лавы. И ты не думай, что мистер школьный грифер тебя просто так с ней отпустит. А что это за свинка тут? Ой, смотри, ну-ка свинка. Ты ее не трогай. Нет. Ты отправил свинку за борт. Живодер. Злой школьник. Отправил свинку за борт. Эй, не ломай! Ты думаешь, я этот дом не загриферю, если там ловушка у меня? Не-не-не, это я грифер тут, а не ты вообще-то. Поэтому я тут все сейчас сожгу.
Зах, ты злодей. Так, так нельзя. Подожди, ты куда убежал на второй этаж? А еще это твой дом, да? Это да, это мой дом. Ты... Ну, ну хороший дом у тебя был. Был? Ключевая фраза был. Все, эти затроли побежали дальше. Ах ты злодей, вообще просто злобный школьник. Ну, лайк за такого злобного школьника. Лайк, если вы считаете, что злобный школьник должен получить по заслугам. И поэтому есть финальная комната. Я надеюсь, что здесь я получу еще стак алмазов, да? Да, 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 ты получишь. Вот, короче, вот, иди туда. Ух ты, там... О, там алмазы. Да, там, короче, секретная база. Ты хочешь стать вообще банда этих... банда гриферов? Неплохо. Банда да, короче, надо бежать сразу и вот в стену. Это как, знаешь, смотрел Гарри Поттера? Платформа 9 и 3 четверти. Там нужно было в стенку, да. Да, вот беги в стенку сразу и все. Давай. Раз, два, раз, три. Два, три. Я стану мастером грифером. Оу, щит! Что это такое? И это... Здесь мастер грифер. Все, там, там и мастер грифер, и его про дед грифер, и все-все-все. Ну ладно, скажем так, ты меня 10 раз затроллил, где ты вообще? Алло, троллер. Смотри, ты меня затроллил 10 раз, но я затроллил тебя... Блин, дом-то вообще горит. Я затроллил тебя в 100 раз больше. Да, 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 в общем. Чё тогда, дорогие друзья, если вы хотите еще больше троллинга, да, то... То, ребята, обязательно поставьте этому ролику лайк и напишите, кто кого больше затроллил, школьник или же мастер-троллер. Да, давайте, да, да, пишите. Давайте посмотрим. Да. Если вам понравилась серия и хотите еще школьника, то пишите хэштег школьник. Обязательно, ребят, пишите хэштег школьник в комментарии. Да. Мы это все читаем и все оценим. Угу. И самый такой активный, который больше всех напишет, попадет в видео. Ну, собственно, у нас на этом все. Мы с вами прощаемся. Увидимся в следующих роликах. Да, да, да. Надеюсь. Угу. Надеюсь, подняли вам настроение. Да, подписывайтесь на каналы. Да, ребят, наша основная цель — поднимать вам настроение и вас веселить. Поэтому я надеюсь, что вы посмеялись и лайк нам заслуженный поставите. Да, все, всем пока. Пока, ребят.